Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здесь у меня накрыта клубника, которая я накрыл для того, чтобы она спела. И так как у нас 4 дня были проливные дожди, клубника может загнивать. Поэтому надо, когда идет дожди, дождь идет, ее надо закрывать, чтобы она не загнивала. Сейчас посмотрим, какой. Значит, клубнику мне прислали питомник Крым Садовод, или Садовод Крым. Можно смело у него заказывать. Сейчас покажу, какой размер ягоды может вырастить из клубники. Это клубника крымская крупная. Вот она, крупная, крымская крупная. Она длиной 4,5 сантиметра. Вот. Вот она, ягода такая, видите, длиной 4,5 сантиметра. Вот. Здесь еще вот ягодки, вот. Если бы, конечно, я накрыл пленкой ее бы, то бы она поспела бы раньше. А так как она здесь в открытом грунте, я здесь дуги поставил, а пленку не успел накрыть. Поэтому только одна ягодка у нас поспела. Такая крупная. Вот. Еще раз покажу, что сантиметр, конечно, неудобно мерить. Но где-то 4,5 сантиметра ягода. Довольно крупная. Вот она. Подписывайтесь на мой канал. С вами канал «Все для огорода». Заказывайте клубнику крымская крупная из питомника Крым Садовод. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. И подписывайтесь на мой канал. С вами канал «Все для огорода».